Друзья, с вами я, Савелий. Сегодня я покажу, как сделать оперстайл Ладу Грантус. Берем черный цвет, черный. Вот такой темно-черный берем. И меняем диски. Колеса. Я покажу, на какие сейчас. Какие же поменять? Я сам не знаю, на какие вообще. Вот. Тума, что, УАЗика? Какие еще тут? У-300. Можно оперстайл сделать. Сейчас я сделаю, посмотрите. Такие дорогие колесики. Колеса. Потратил. Ведь более еще нужно зарабатывать. Ты что за... Бля, что это за такие колеса? Фу, такие. Уперстайл. Уперстайл делаю. Блин, я не такие хотела. Колеса вообще низкие. Они такие не нужны. Где у меня уперстайлские колеса? Вот они. Это не они. Я потерял уперстайлские колеса. Я молодец. Потерял уперстайлские колеса. Наконец-то. Наконец-то я их нашел. Всё. Короче, он может соперника покрасить. Соперника давайте покрасим. Вот можно соперника покрасить. Беленький. Будет у нас соперник. Так. Колеса покрасим. Вот такие. И какие они такие? Темно-красная, ну такие будут. И сейчас сделаем занизку. Прямо заниженная будет. Оперстайлская у нас. Б-план. 500 рублей б-план стоит. Но мне надо... Ой, блин. Миллиметр. Ой. Делаем вот такую подвеску. Подвеска. Что-то оперстайлские колеса. Блин, я не могу сделать подвеску. Мне нужна подвеска. О, давайте, кстати, двигатель сделаем. Настройки. Настройки я хочу сделать. Ладно, ребят, вот такая у нас оперстайлская. Давайте проедем. И представим, что все нормально. Сейчас проедем. И... конечно же, мы не уезжаем. И представим, что...